Вот она, таежная река Грамотуха. И туда мы вверх поднимаемся, к водопаду Грохотун. В середине мая. Очень тяжело, трудно проходимые. Чувствуется шум, мощь реки. Скоро уже водопад будет. Очень красиво здесь. Опа. Что-то у нас тут прижим. Наверное, обходить по верху надо будет. Сейчас посмотрим. Вот такую преодолеваем преграду. Приходится вверх лезти. Вообще по отвесной. Но здесь есть за что зацепиться. Аккуратно камни не спустите. Вот живой камень. Видишь у тебя под ногами? Это вот. Все приходится преодолеть для того, чтобы добраться до водопада Грохотун и услышать его грохот. Вот вид сверху речки. До водопада здесь недалеко осталось. Сейчас будем спускаться. Снизу еще идут, а здесь уже спускается. Вот так мы форсировали прижим. Больше никак его не обойти. Даже по речке тоже не пройти, там глубоко, сильное течение. Поэтому приходится лезть и по скале. Друг друга там подстраховывайте, особенно девушек. Чтобы, если кто-то поедет, чтобы поймать. Начинаем спускаться вниз. Прямо на камне елочка растет он. Не знаю, пихта, наверное. И там еще он тоже маленький, прямо на камне растут. Как они из камня? Ну, там в мох попали семена, скорее всего, и проросли. Там чуть-чуть земля есть. Да. Все спустились почти. Такой классический таежный пейзаж. Здесь очень трудно проходимая местность. Так, а нам вот туда надо будет выше лезть. Солнышко скрылось, что-то погода подиспортилась. Прохладно стало. Очень красиво. Необычно. Необычная природа. Там нам надо будет переходить. Там водопадик небольшой, небольшая речка. Там вот сейчас все маленький, да? Да. А теперь нам надо на ту сторону, походу. Что нужно делать? На ту сторону, походу, нам надо. Там, наверное, по камням. Там нет. Скользко будет, скользко. А если будет здесь? Так, тропа на ту сторону пошла. Видите, снесло. Здесь была это. Ее снесло. Поэтому фиг его знает. Если он там, он попробует перепрыгнуть.
это опасно, там скользко будет внизу. Там сюда надо? На ту сторону надо, но сейчас надо бы подумать как. Так, ну-ка, сядьте пока, посидите, сейчас посмотрим, как нам перебраться на ту сторону. Пока ждем. А тут-то, ё-моё, бежит. Если туда упадешь, сложно будет выбраться. Вон что творится. Но здесь легче всего перепрыгнуть на этой стороне. Прямо чувствуется, как от воды. Ну что, сюда, вперед. Надо, чтоб кто-то подстраховал. Опа. Да, надо, чтоб страховали друг друга. Смотрите, скользко может быть. Течение сильное. О, все перепрыгивают. Погода сюда все больше портится. Так. Не удастся нам сегодня наш вертолет запустить. Это самый младший брат Грохотуна. Маленький водопадик. Вот он, собственно, и сам Грохотун. А вот и сам Грохотун во всем своем величии. Да. Вот нашел такую табличку около водопада. Напоминание лишнее тем, кто несерьезно относится или халатно природе, своей безопасности. Конечно, надо быть внимательным в этих местах.